И снова, дорогие друзья, мы с вами сейчас будем болеть во всю силу и во всю мощь. Потому что в весовой категории до 75 килограммов на ринг поднимается Матвей Коробов, россиянин. А вы видите его соперника, боксера из Венесуэлы, Альфонсо Бланко. Матвей Коробов. Один из самых ярких представителей российского бокса здесь, на этом чемпионате. Великолепный боксер, великолепный мастер. Ну, что его расхваливать? Кто смотрел его бои, кто наблюдает за ходом этого чемпионата, прекрасно помнит все его победы. Альфонсо Бланко вчера так радовался, попав в финал, мне кажется, что он уже доволен и тем, что он просто вышел на этот бой. Хотя аппетит приходит во время еды, как говорится. Хороший, способный парень, молодой, довольно такой гибкий, своеобразный. Но вряд ли что-то, мне кажется, он сможет противопоставить Матвею Коробову. Но опять-таки я забегаю вперед, опять-таки выдаю желание за действительное. Давайте посмотрим все-таки бой. Итак, синий угол, Матвей Коробов, красный — Альфонсо Бланко. Да, Коробов, как всегда, настроен на бой, уверен в себе. Ну а в глазах венесуэльца тоже не прочитал никакого страха. Я думаю, что сейчас будет самый настоящий бой. Ну да, как раз то, что он вчера так радовался и достиг, в общем-то, максимума, которого, может, сами не ожидал, я имею в виду венесуэльца, даст ему какое-то преимущество. Он будет боксировать абсолютно свободно, раскованно, да? И сможет, наверное, показать максимум, если сможет, максимум того, что умеет. Ну, а Коробов всегда показывает максимум. С ним шутки плохи. Обратили внимание, тоже в правосторонней стойке боксирует наш мастер. Очень резкий, очень сильный, очень целеустремленный, с великолепным ударом Матвей. Я уверен, он найдет такой удар, такой финт, такой прием, которым он может даже закончить бой досрочно. Тут фу, как говорится. Но мы уверены, и мы хотим, чтобы Матвей победил. И очень ярко. По крайней мере, вы знаете, на этом чемпионате, ну, он точно входит в тройку лучших боксеров этого турнира. Хорошо выманивает на себя противника. Непростой, очень непростой. Альфонсо Бланко? Альфонсо Бланко, да. Никак пока еще не приспособится Матвей к нему. Матвей пытается работать пока и работает вторым номером. Но он всегда предпочитает такую тактику в большинстве случаев. Может быть, надо будет пойти вперед, когда венесуэльский боксер привыкнет к некому однообразию. Тут же резко поменять, начать атаковать. Ну, посмотрим. Посмотрим. Не нам советовать Матвею, такому мастеру. Так легко по эмоциям понимаю, что удерживают немножко своего боксера секунданты, дают ему немножко разгон, тем не менее, чтобы это было не слишком сильно или много, так чтобы он был как бы такой в нормальном режиме, боксировал весь бой. Очень широко расставлены ноги у венесуэльца. Ну вот, чуть побыстрее надо быть Матвею, собственно, это и делает. Причем учитывает наверняка все, и молодость соперника, его горячность, его эмоциональное состояние в данный момент. Ой, как здорово. Да, отлично.
Но судя почему-то не засчитали. Но ничего. Все еще впереди. Прекрасно. Вот сейчас Матвей Корбов начинает делать то, что он должен делать. Что он хорошо умеет. Да, он уже так, как мне кажется, просчитал своего соперника, понял все его сильные и слабые стороны. И теперь будет гнуть свою линию. Он, видите, он стал больше двигаться. Включил ноги. Будет вызывать на атаку венесуэльцев. Стараться проваливать его и бить навстречу. Отлично, серия. Почему же всего лишь одно очко? Он попал 3 или 4 удара точно. Но судьи посчитали, что два удара пришлись в защиту, в блок. Снова хороший удар в контратаке, очень хорошее действие Коробова. Бросается вперед Альфонсо Бланко. И чем дальше, тем больше, мне кажется, он будет так поступать. Но Матвею только этого и надо. Его можно ловить на этом как раз, что Матвей и делает. Такой, да, урок бокса? Да, урок всем классики. Нравится. Чистый мастер-класс для американской публики. Ну, для всех, для боксера и для Альфонсо Бланко в первую очередь. Конечно, конечно. Вот, как он опрометчиво пошел вперед, и тут же был наказан. Хороший парень, он мне понравился, вы знаете, своей эмоциональностью, тем, как он проводил до этого поединки. Вчера он в очень непростом бою сумел тоже после второго раунда переломить ход встречи и переиграл боксера из Казахстана Бахтияра Артаева, который до этого очень неплохой бокс показывал. Правда? Итак, третий раунд. С большим преимуществом побеждает Матвей. Бой, в общем-то, проходит спокойно, без... ну, нет таких больших скачков. Шаг за шагом Матвей набирает очки и уверенно побеждает. Хотя темп невысокий. Ну, на руку нашел он боксер. Да, вот отличный удар. Еще один. И ушел, очень грамотно ушел. Преимущество 12 очков. Оно будет только расти. Напомню телезрителям, если в третьем раунде разрыв в очках достигнет 20, то будет остановлен ввиду явного преимущества. Но это если случится только в этом третьем раунде. В четвертом раунде преимущество 20 очков уже не считается. Вот и сейчас, наши болельщики включились на полную мощь. Сейчас, в общем-то, это и не нужно. Явное превосходство. Нужно достойно выиграть. Бесспорно. Показать, да, красивый бокс. Да. Солидный бокс, я бы сказал. И получить золотую медаль. Хотя 50 секунд еще в запасе. Если Матвей взорвется на парочку таких серийных атак, почему бы и нет? Падает темп боя, потому что, мне кажется, все ясно становится и самому Альфонсо Бланко. Так он, конечно, будет обозначать атаки, идти вперед. Но уже столько наполучал он во время этих своих атак, что был уже не тот. Посмотрите, как здорово еще справа. Великолепно. Очень спокойно и уверенно доводит свой бой до конца Матвей Коробов и... Ну что? Ну что тут скажешь? Третья золотая медаль. Идет уверенно к сборной медали России. Ну подождите. Ну да, мы все, конечно, считаем, что это будет третья золотая медаль. Я так увлекся, да, что перепутал раунд на самом деле. Ну вот уже последний. Ну на самом деле для меня лично, для меня уже все понятно здесь. Все понятно. Ну что же, еще целый раунд. Ну, Матвей спокоен, посмотрите, абсолютно.
Такое впечатление, что он сейчас беседует даже не на тему этого поединка, а вообще какие-то посторонние. Да. О чем-то другом. Как я выгляжу, говорит он. Да. Тренер. Сухой, почти не вспотевший. Ну что, давайте посмотрим последний раунд. 7-0. Такой счет был третьего раунда. Ну вот. Вот так. Провел серию и тут же получил в ответ. Боксер из Венесуэлы. Посмотрите, сколько он потратил сил. По идее, он все делает правильно. Но он провел серию, всю куда-то в область перчаток, локтей, непонятно чего. Потратил кучу сил. И после этого спокойно получил прямой удар. На этом все закончилось. Да, огромный разрыв в счете. Вы правильно сказали. Мастер-класс в исполнении Матвея Коробова. Как здорово двигается, как он четко видит все, как чувствует дистанцию. На шаг вперед он опережает соперника, как будто он на секунду или две заранее знает, что же произойдет сейчас в ринге. Да, читает как будто мысли своего оппонента. Вот и та разница самая в 20 очков, которую мы ждали в конце третьего раунда, не удалось. Ну что ж. Остается совсем немного. Полминуты. Убедительнейшая победа. Да, Дмитрий, молодец. Он доказал всем, что он самый сильный боксер. Сейчас, судя, на планете счет. В этом весе. Ну и что ж, мы будем ждать успеха его на Олимпийских играх. Если все будет хорошо, не будет каких-либо травм, неожиданностей, то очень великий шанс. Опа, что делает? Что такое? Он что, не слышит гонга, не слышит сигнала? Он все слышал, мне кажется. Да нет, 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 он, видимо, не понял, в чем дело. Почему соперник вдруг пошел от него? Это уже второй раз, да. Какой-то... А, кстати, движение. Вы помните, то же самое сделал монгольский боксер, да, в концовке, да, боя с Водопьяновым? Вот он, в полной красе, наш чемпион. Матвей Коробов. Да, ну, безусловно, понравился он публике. Нечего сказать. 25-летний чемпион России становится чемпионом мира. Третья золотая медаль в нашей копилке. Я вас поздравляю, дорогие друзья, все, кто болеет за наших боксеров. Телеканал «Спорт» представляет премию «Золотой пьедестал». Каждый месяц вы выбираете лучшего спортсмена России.